Приветствую всех, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Владимир. И мы продолжаем играть в Europa Universalis 4 в дополнение завоевания рая. За Команчи. Так. Что это у меня тут? Так много кораблей. Ага. Ясно. Надо будет замочить вот этот кораблик вот этот линейный один. Также я думаю повоевать против Маньчжурии, но нету повода, как ни странно. Да, тут мы колонизируем Тайвань. Так, национальное решение. Не хочу я принимать административные очки, терять. Нормально. И что? Лимит армии. Но я пока хочу 19 уровень технологии взять. Так, тут мы колонизируем. В принципе, все нормально там. Я думаю, наверное, сейчас войну против Саскула Хинока начинать. Так, а перед тем, как я начну, я хотел бы пару слов еще сказать таких. Получается, меня подключили на работе другой интернет, уже больше идет на дачу, на Вегус, немножко меньше на закачку. В принципе, закачка и так терпима была. А то, что раньше было 21, 20 принимали, 1 отдавали, а сейчас 10-10. Поменяли провайдера. Поменяли способ получения интернета. Раньше через телефонную линию, а теперь через оптовое окно. Вот так вот. И в понедельник я смог выгрузить все видео, которые у меня были. То обычно, если Европа грузилась или крестоносцы, то... Ну, не... только одно из них. Одну серию могу загрузить. Так, часопик, давай, фабрику. Вот так вот. Так, еще одно. Может, вы заметили на Ютубе? Так, у нас нужно вот эти забрать. Жалко, тут нету претензий. Заберем, если надо. По единичке всего лишь. Тут двоечка. На Ютубе, вот когда вы посмотрите видео, например, несколько серий идет, список воспроизведений. Когда вы посмотрели видео, в следующий раз, когда вы заходите, или когда вы посмотрели, появляется надпись «Пересмотрено», да? «Просмотрено». Сейчас она куда-то исчезла, эта надпись. В итоге получается, что вы заходите на канал, а... И нужно вспоминать, какую-то серию смотрел. Ну, можно посмотреть историю. Это не составит труда. Но раньше было намного удобнее в этом плане. Но почему-то так решили сделать. Так. Тут у нас идет колонизация полным ходом. Уже колонизировал ее. Тропический климат. Так, и у них нету союзников. Ну хорошо. Объявляем войну. Так, а у нас командующий еще один может быть. Надо будет нанять. И еще одна новость, это то, что
в конце лютого месяца, это февраль, да, февраль, выйдет переиздание космической стратегии Homeworld. Я играл в первую часть, вторую часть. Ну, сначала получилось так, что играл во вторую часть. А потом в первую. Ну, вторая удобнее в управлении. Ну и, в принципе, может даже немножко по оформлению красивее. Ну, в основном в управлении она удобнее. Объявляем войну. Довольно-таки там красивый космос. Битвы интересные, жестокие. Так, за какую провинцию будем воевать? Ну, давай за вот эту. Вот так. Объявляем войну. Очень красивое свое время космическая стратегия. Такие вы особо не встретите. Переиздают первую и вторую часть. Есть еще одна часть, их всего три. Я не помню точно, как называется она, блин. Или эпидемия, или как там. Но я не играл в нее. Ну, пока так. И ставим скорость на четверочку. Так что советую поиграть кому, тем, кто не играл. Так, куда они канули? Когда вы будете? 7-го. Ну, где? А не 11-го. Так. Ух ты ж. Рост стабильности. Так, хорошо. Потеряли права. Давай сделаем еще раз. Португалия опять заключила союз. Так, что тут у нас? Водное препятствие. И мы разбили всю их армию. Супер. Блин, и генерал помер. Ну, такое бывает. Так, ну давай, осадный корпус. И эта армия пошла дальше. Тут уже осадный корпус. Пошли дальше. Так даже. Будем осаждать. Да, тут. Идем дальше. Тут клепаются вон войска, я вижу. Так даже пойдем. Быстро хотят сделать армию новую, но мы им этого не дадим сделать. Так, осадный корпус дальше. Так, так, еще осадный корпус. Смотри, даже кое-кого смогли нанять. Чё тут кавалерии так много? Так, сколько тут? Тут гарнизон 2000. Все, кавалерия. Блин, что за тупизм? Ставьте пару кавалерий тут. Вот их сюда. Ребята, пусть объединятся. Так, тут армия на осаду. Эти 11 тысяч идут сюда.
хотя лучше, чтобы они вот сюда и пошли. Вот сюда. Вот так вот. Эти идут в Оттаву. Они идут в Оттаву. Уже 4000. Сейчас мы их догоним. Так, у нас есть дипломат. Ну ладно, пусть будет ему. Так, ты смотри, как они хлепают. Так, есть. Разбили. Так, идем сейчас выручать нашу провинцию. Так, технология есть. А, это административная. Не, административная пока подождет. Так, есть, разбили их. Идем сюда. Ух ты, 2000 сразу кавалерии клепали. Ну, точнее, еще 1000. Так, армия. Пополам. Работаем. Так, основать Ост-Индийскую компанию. Национальное решение. И что мы получим? Купец плюс один. Глобальное торговое влияние. Казна увеличится. Так, хорошо. Открывается еще провинции. Смотри, сколько тут не колонизировано, блин. Надо будет колонизировать. И тут надо колонизировать, блин. Блин, уже Португалия, смотрите, вот. Видите, вклинилась. Но тут очень серьезно туземцы работают. Так что... Это не просто без войск тут занять провинции. Но мы будем стараться им поменьше давать такой возможности. И Маньчжурию я хочу, чтобы она стала моим вассалом. Так, это кто тут? Маньчжурия. Тоже Маньчжурия. Тут Маньчжурия. С кем ты, у тебя союз? Шан, Тибет, Куч. Это кто? Нет, Тибет я знаю. Шань. Ага. Куч. Хорошо. Здесь будет союз. Корею надо захватить. Японию. И тут надо воевать. Короче, не ожидал, что за команчей будет столько возможностей. Точнее, такой выбор большой. Так, ясно. Взяли. Еще выводим войска понемножку. Будет снабжение 28. Также я в провинциях, в которых производится золото, нутка, видите, полностью уже застроил все. Не помню, показывал ли я. Смотрите, какое производство идет. 53 монеты. Так, а по экономике золотодобыча 19. Так. Так, по торговле. Сколько? 42%. Тут 28, надо развиваться. Тут у нас мало провинций. Ну что, сейчас мы тут себе возьмем вот эти как раз пару штучек, и тут пару штучек.
тут надо максимум взять. Того я еще хочу весь Индию занять. Ну тут у нас, в принципе, нечего бояться, у нас вот 81%. Да, надо Вест-Индию как-то занять. Ну это нас потухали воевать. Давайте берите из Сенека. Так. О, я также не нажал же. Ну ладно. Сейчас сохранимся. Создадим компанию. Есть купец. Так, и что у нас тут? Эта провинция еще и как бы не наша. У нас уже есть компания австрийская. И есть купец. А куда его послать? И пошлю же в Японию. В Мексике у нас есть влияние. Тут у нас мизер. Если будем что-то перенаправлять, то мало что получим от этого. Гудзону залив. Ну, толку тут. Так, тут у нас есть купец. Не, купец, у нас три купца, у нас вот тут купец, и тут снимает прибыль. Значит, сюда отправляем, перенаправлять торговое влияние. Так. Вот этот. Пятьдесят дней. Запомним, сколько тут. 8,82, да? И у нас тут было 24%. Так, тут есть, взяли. Отходим. Так, еще одна провинция взята. Легко тут берутся. На укреплении там нет толковых у индейцев. И откуда им взяться? Мы уже 10-й в мире, как видите. К сожалению, растут только административные и военные очки. Дипломатические нет. Да у Литвы тоже так было. Когда я играл за Литву, только под конец игры начало расти дипломатические очки. Какая взяли? Так, давайте, ребята, отойдите. Так, и что тут по торговле сейчас? 9,3, да? Влияние 26. Было 24. Еще одна провинция.
чему манцы 27 тысяч. А, зима. Значит, идем сюда. Так, военные можно уже качать? Давай, качаем. Новые пушки. Огневая мощь пехоты. Плюс 05. Канаты. Сколько у нас? 34 военные традиции. Религию подвергнуть нашу. Так, и что у нас тут? Супер Квин претензия еще накрепили. Чаротега тоже, наверное, неплохо. Давай, Чаротега. Надо фабриковать. А на этих. Так, тут открывается Боливия. Рио да Прата. Кстати, Мали тут Испания, мне кажется, потеряла часть провинции, отдали ее. Мали, видно, Франция, и вот этот Джоуф появился. Ну и Навару выделили из Испании. Неаполь. Мне, конечно, такая мысль закрадывается с Швецией, с ее заключительным как-то. Падла. Так, можно воевать тут вполне. Самое главное, это флот надо будет развить еще. Будет флот, тогда никто сюда не приплывет. А тут им сил просто не хватит воевать. С нами. Так. Ниагара. Захвачено. Можно командира нанять, можно стать защитником веры. Не вижу в этом, честно говоря, смысла. Стоимость технологий плюс 5. Но у нас есть здание. Вот. Минус 5%. Можно сделать. А эти... Так, побережья, в принципе, защищены у нас. Да. Ну, тут, наверное, не мешало бы построить для защиты, чтобы меньше могли, больше сил нужно было для захвата. Так, крепости, как оказывается, не особо-то и нужны. Качки же едят, так что аж страшно. Есть. Будем. Так, ну что ж, будем мириться. Будем мириться. Так, ну. Так, что я хочу? Я хочу вот это.
канаву хочу. Сенеку я не против взять. 120% полное присоединение. Так, вот прибавили. 4, 4, 8, 16. Это сколько? Каюга 20. Вот так где-то, да? Так, сверхширение 20% и, ну, минус ерунда, тут даже плюс пойдет, видите, на европейские державы. Так, Шауни можно выделить. Нету смысла. Так. Честное предложение. Если вассал наш... А, не соглашается вассалом статусом. Посмотрите. Они стают нашими вассалами. Это хорошо. Даже очень хорошо. Я думал, придется их присоединять сначала, а потом еще воевать. Ну давайте, отправляем требования. Отлично. Так, сейчас отправим дипломата улучшать отношения с ним. Так, у них есть какие-то щитки тут на вот этих ребят? На эту провинцию нет, на эту тоже. Тут у нас только щиток есть. Ясно. Делаварская культура. Ясно, тут. А не, вот тут культура есть ихняя. Так что можно даже попробовать продать. Хотя это столица, вряд ли отдадут нам. Так, и административные технологии. Давай. Берем. Так, а дальше будем военные дальше качать. И эти докачивать. Я думаю, следующие группу идей брать это морские, чтобы лимит флота получить 50%, и мы, хотя торговые тоже очень бы не мешало, но морские нам более нужны. Так, вот. Так, а по технологиям как мы сейчас? Нормально. 20 21 20 20, корабль 22. Корабль куда-то мчаться. Подминки у них так себе. Наступательные идеи у них. Смотри, как прокачанные, хорошо. Религиозные, торговые, колониальные идеи. Колониальные. Понял. Исследовательские, экспансионные идеи, а где колониальные? Или я что-то попутал? Не, ну вот написано. Колониальные идеи. Или может это колонии типа самой? Как у нас индийские идеи, у них колониальные. Так. Ну хорошо, вассал у нас есть. Так. О, Норвегия изменила про нас мнение.
Они еще и республика. Такая интересная форма правления. Там постоянно выборы происходят. Так. 68. Что я хотел? Так, прибыл Форд, да? Я собирался вот эти 9000 перевести. Вот сюда. Перевести их. Если начнется война с Маньчжурией, чтобы мы быстро высадились и захватили их. И с Японией. Сколько войск у Японии вообще? Так, Япония внизу, удобно искать. Так, 49 тысяч. Ого. Ну, 2 цари как минимум нужен. То и больше тут. 30 тысяч. Так. С запасом. Если воевать с Японией. А у нас что по лимитам? Так, лимит флота, ты смотри. Надо флот отстраивать. Надо линейные корабли создавать. Вот тут. Сколько? 10. Значит, тут нам нужны новые корабли. Вот этих 5 топим. Ну, точнее, один оставим, отправим туда. Один или два. Может, два. Значит, 5 на эту сторону, 5 на эту сторону линейных кораблей. Вот так вот сделаем разделение. Военный галеон. Ну, конечно, стоит так нормальненько. 3, 4. Так, здесь порт. Нет, тут не надо. Так, где тут еще рядом? Вот тут 5. Так, и тут делаем 5 кораблей. 5. Денежки пошли, конечно, но надо. Еще бы не мешало вот этот флот обновить как бы. Вот этот. Так. Сфабрикуем претензии. Наверное, будем сейчас готовиться к следующей войне против португальцев. Надо будет двух генералов нанять. Так, этих пока сюда поставим. Может, придется немножко повоевать с Британией. А они ни с кем не воюют сейчас. Так, Сангай. Санай, это вот тут, да. Пусть воюет. Протекторат Мали. Защищает уже Мали. Прикольно. Франция, Англия, Португалия. Он уже не дружит с Испанией. Поругались. Так, восстание рабов. Нехорошо, но что поделаешь. И чтоб не мешало, как бы эти ребята не пришли сюда. 6 кораблей плавает. Надо будет вот эти 8 потопить, когда начнется битва. Ну ладно, пожалуй, тут я и закончу серию. Подготовимся к войне. Начну воевать с Португалией. У нас усталости, в принципе, особо нет после той войны, то что было. Ну что там вообще ерунда. Потом посмотрим, что будет. Так что, всем спасибо за просмотр. Если понравилось, не забывайте ставить палец вверх. И до встречи в следующей серии. Всем пока.